В Бийске нашли женщину, которая выбросила своего ребенка. Напомним, что труп девочки в конце прошлой недели нашли жители района вокзала. У мусорных контейнеров, расположенных у дома 18 по улице Мерлина, бийчане обнаружили пакет, в котором находилось тело новорожденной малышки. Несколько дней сотрудникам правоохранительных органов потребовалось, чтобы найти мать. В итоге, как нам стало известно, ей оказалась женщина, которая проживает в этом же районе. В ходе совместных действий следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников полиции удалось установить женщину, подозреваемую в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса Российской Федерации, это убийство матери новорожденного ребенка. Ее оказалась 28-летняя местная жительница. Напомню, что тело младенца было обнаружено утром 5 октября на территории одного из многоэтажных жилых домов по улице Петра Мерлина в городе Бийске. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и мотива совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. По предварительной версии, роды проходили в домашних условиях. В медицинское учреждение обращаться женщина не стала. Сейчас подозреваемой грозит срок лишения свободы до 5 лет. Добавим, что подобная чудовищная история произошла в Бийске 3 года назад.